Здравствуйте, дорогие друзья! Хотела вам показать вид из моего балкона. Пока еще листья не совсем распустились и кое-что видно, хотя уже не совсем все видно, вот направлен у меня фотоаппарат на памятник Петру Первому. Вот Крымский мост, и за ним памятник Петра Первого. Так вот, Крымский мост кусочек виден, а памятник Петра Первого уже не виден за листьями. Но я вам покажу, у меня остались фотографии, когда еще листья еще были меньше. Вот как раз виден памятник Петру Первому Зураба Царитыри. И вот к Крымскому мосту справа, вы видите, примыкается ДХА, Центральный дом художника, где проводятся многочисленные выставки и куда мы часто вот ходим с подругами. А если посмотреть сюда, то перед вами находится набережная Москвы-реки. И за ней парк культуры имени Горького. И вы видите, здесь стоит очень много судов, на которых совершаются экскурсии. За парком культуры находится Ленинский проспект. И вот дома, которые мы видим за деревьями, это как раз дома, которые уже стоят на Ленинском проспекте. Перед вами находится вертолетная площадка. Здесь часто вертолет бывает. А вот и вертолет прилетел. Вот люди идут с вертолета. Там просматривается Андреевский мост, который переехал самих вотников. Его сюда перевозили на плотах. Ну вот смотрите, хочу показать проходик по Москве-реке. Судна совершенно разные, разных размеров, разных категорий. Здесь бывают очень часто салюты.